костромской бандарь, магистр Чуфарий, Анатолий Жарпарком, представляют нас банные ништяки. Те самые, которые находятся между банной печкой и полоком. В этом ролике вы узнаете про разные улучшайзеры получения пара с банной печи. Сегодня речь у нас пойдет про всякие девайсы и приблуды. У нас в лаборатории стоит печка, которая называется Пармастер с закрытой каменкой. Прям шикарнейшая печь. А как тебе порог с закрытой каменкой? Шикарен. Порог шикарен. Естественно, помните, его вынесло. Мы видео снимали со второй подачи ковшом. Эта печь, она не требует тех вещей, которые мы сегодня будем смотреть, потому что там и все, и без того все ок. Но у кого не все ок, у кого простая печка саунная, для тех людей делаются различные девайсы для получения мелкофракционного пара. У нас сегодня на тесте будет следующее устройство. Вот такое вот устройство, которое, еще я бы не сказал, что имеет коммерческое название, это одно из двух устройств, которые нужны для рассекания воды внутри каменки. Производит компания «Стальмастер». Ну, наверное, водорассекатель «Пармастер». Состоит она из двух частей. Вот из такой воронки с дозатором, которая вставляется в основание. Вот так вот. А само основание закапывается в камне. Регулировка высоты происходит камнями. То есть, ну, как глубоко ты закопал, на какую высоту у тебя пошло. Камни лежат. И, соответственно, либо так, либо так. Основание полое, в нем нету ничего. Все сделано из толстенькой нержавеечки. Вот такое вот рассекание. И потестируем, какой порог будет. Так как печка у нас имеет очень много камней, я думаю, у нас все выйдет, мы все вставим. И следующее устройство вот с ГИБДДшником. Это ППС Сабантуй, паровая пушка. К паровой пушке самое важное идет, это инструкция, с которой нужно обязательно ознакомиться, прежде чем вы будете устанавливать. А именно процесс сборки. Давай покажем. Пушка имеет два закольцованные и стоят защитные белые такие клапана, или как их назвать, заглушки. Вот они снимаются, снимай. И внутри стоит еще одна заглушка. Давай ее тоже выковырим. Золотые руки. Самородок. Талант. Вот, давай покажем, что внутри. А внутри чугунная дробь. Вот. Потом вот эта вот часть прикручивается вот к этой. Ну и, собственно, так пушка собирается и закольцовывается. Главное, посмотрите, что здесь написано. Прямо делайте вот по этим пунктам. Трубу строго отверстиями вверх. Видите, жирным написано. Заглушки вкручены. Их надо удалить. Отверстия вверх. Ищем, где у нас отверстия. Вот они. Этими отверстиями надо вверх. А вот эти три маленьких, ими вниз. А большими вверх. Моделей пушек бывает много. Вон, 1, 2, 3. И все есть на сайте печесабантуй.рф. Ну, а мы будем тестировать, что как будет. Ну, естественно, сейчас посмотрим, как все будет закладываться. Минус. Работаем с железом и камнями. Камни мы вынули. То есть вот весь жадеид я вынул. Остался у нас габродиабаз.
На вот эти подтеки не смотрите, это мы кое-что тестировали, тут интересные подтеки остались. Берем пушку, кстати, она, видите, покрашена, имеет дозатор. Ой, красота. И оборачиваем один конец вокруг трубы. Дальше снимаем заглушку и прикручиваем. Золотые руки. Вот, поставили. Но, говорю, у нас есть закрытая каменка офигительная, да? Поэтому вот так вот правильно, это если вы ставить будете, то есть много отверстий сверху, а три маленьких снизу. То есть вот так вот правильно. Но мы ее развернем, потому что у нас нет доступа к закрытой каменке таким образом. Мы ее как-то так вот развернем. Вот, и еще не нужно забывать, что у нас есть еще одно устройство. И вот этот вот рассекатель от Стальмастера нам тоже нужно куда-то поставить вот сюда, чтобы у нас был доступ и туда, и сюда. Но прежде чем ставить, да, покажем, что все влезло. Но прежде чем ставить его, мы заложим уже камни в печку. Хочу мне такого же поставить, вот так. Да, мы его также поставим, чтобы он бортиками вот здесь вот держался. Да, вообще красота. Подложил камни, отрегулировался. Так, ну что, началось лабораторное испытание различных приблуд. Давайте сначала покажем закрытую каменку. Клубов пара вы не видите. Видно. Не видно. Это, видно. Не, это тень была. Ну. Давай, тебе покажу. Видишь, ты смотришь, а у нас вспышка нет. Работает. Смотри. Оп. Видишь? Нет, а клубы, если пара, ты хочешь посмотреть, вот на открытые камни, которые ближе к сетке лежат. Видишь? О, да, я вижу. Вот. Поэтому закрытая каменка офигительная вещь, а просто, если бы не было закрытой каменки, то надо печку дорабатывать, и на это приходят изобретатели. Вот. Я, кстати, сразу не лезу в ролики в этом, в разборке между изобретателем пушек Моголом и Денисом, изобретателем пушки или продолжателем, вообще мне пофигу, я не лезу в это дело, но буду испытывать его пушку. Итак, мы не видим пара, пушка работает, справляется со своей работой, дает у нее фракционно невидимый пар мягенький. У нее есть дозатор, поэтому воду она не всю сразу испаряет, а именно в том количестве, в котором нужно. Это респект, почет и уважуха. Ну и осталось потестировать нам устройство рассекатель компании Стальмастер. Слушай, пушка все работает, работает. Так, все. Все. Вся вода испарилась. В окучнике пар. Поехали. Тут тоже стоит рассекатель. Дозатор. И тоже справляется. Но уже без грохота. Просто рассекает воду, которая получается в мелкий пар. Что-то так дышишь, как будто тебе жарко. Салабан. Видите, он дверь открыл и сразу видим пар стал, потому что холодный воздух, там минус 7 пошел. Сейчас чуть-чуть он уйдет и начнем дальше. Видите? Пара не видно, но он есть. И работает устройство. Работает. Ты подышал воздухом?
Опять мне лабораторную сбил, опять вот дверь открыл, снизу пошел воздух, и вот немножко пары мы видим глазами. Это все физика. Ну давайте по одной туда-сюда и выскакиваем, если что, одну сюда. И одну сюда. Загрохотало. Кто первый выбежит, тот слабак. Ладно, разборки будут без вас. Но скажи, что тебе больше нравится? Ну, без закрытой каменки, если закрытую каменку не берем в расчет. Она самая емкая по теплозапасу. Я бы сказал так, что вот... Кругленькая или звездочка? Звездочка дает пар быстрее, и он как бы сразу, по моим ощущениям, сразу прям штыривает. Которая кругленькая дает пар менее медленно, и он менее быстро накрывает. А тут я с тобой полностью согласен. Ну, вообще, воду салабан где? Ну, бывает, ребята. О, хорошо. Твою-то мать. Дивизию. Не надо, нас смотрят эти граждане, которые там при слове это самое сразу бурчат. Так. Фу. Фу. Хорошо. Ну что, в общем, все устройства рабочие, у всех есть свои особенности. Используйте в бане, если у вас нету закрытой каменки на печи. Или если вы хотите получать максимальный эффект. А этот максимальный эффект вы захотите получать, если вы, допустим, баню привыкли делать на трех человек, и к вам пришли в гости. Да, то каменку вы залили на трех человек, дальше она отсыревает немного, да, и вот именно если вы поставите стальмастеровскую вещь или вещь сабантуэ или сами сделаете какие-то вот такие вещи, то у вас сразу же увеличится время работы печи, именно камней в печи, и большая компания будет рада, то есть из маленькой компании будет большая, в общем, все сами видели. Ну и ждите новых видосиков из лаборатории Костромского Бондаря.